Так, утро субботы. Баранина. Строгаю лук. У меня здесь 4 головки. Морковь не нужна была, но она у меня вянет, кусочек был. Поэтому построгала. Что я? Мою в холодной воде баранину. Ее уже тут порубили, наверное. А может быть и не порубили. Лукушки барани. Тоненький, маленький, красивенький. Вкусно будет. Вкусно будет. Так, мою ребрышки и резать. Хорошо промываю ребра, потому что бывают косточки мелкие. И они потом чувствуются. Буду резать по два. Люблю баранину, особенно осенью. Она вкусная и с айвой, и с каштанами. Вообще, чтобы вкусно была баранина, есть несколько способов, которые убирают запах баранины, но оставляют его прекрасный такой вкус и полезность этого мяса. Сейчас я вам покажу один из тех, который, ну, самый простой. Так, режу все. Теперь надо поджарить все эти кусочки мяса. Сковорода. Горячий огонь включила. И жиром вниз поджариваю кусочки мяса. Баранину никогда не жарю на масле. Всегда достаточно его, своего жира. Просто жиром вниз на раскаленную сковородку, и моментально он вытапливается. Вот чуть-чуть поджарилась, так, я переворачиваю. Вот так пожарилось мясо. Никогда не добавляю никаких мяса. Не поместилось оно в мою сковородку. Вот столько у меня жира. Весь жир сюда сливаю. Сейчас водичкой залить. Чуть-чуть горчицы насыпать. И чистенько будет. Просто горчичный порошок. Столовую ложку. Все. Можно гель для мытья посуды тоже чуть-чуть налить. И оставляю. Так, значит, у меня чеснок. Практически целая головка маленькая. 4 луковицы средние. И морковка. Морковка здесь не нужна, просто она у меня вянет. Поэтому она отправляется в баранину. Потому что сладость в баранине не нужна. Так, все это кидаю сверху. Уменьшаю огонь и закрываю. Огонь совсем маленький. И вот на медленном огне начинаю томить мясо. Часто задают вопрос. Нигде не говорите, сколько времени. Но как можно сказать, сколько времени может готовиться какое-то блюдо? Даже вот баклажаны. Вы положите больше риса, больше зажарки, и мясо приготовится буквально за 20 минут. Также и баранина. Она может быть старая, может быть молодая. От этого время готовки разное. Уменьшение огня разное. У меня, допустим, совсем маленький, и он будет томиться час. Ну вот я буду томить вот эту кастрюлю вот так, не перемешивая ничего. Вот так, как оно стоит. Не солено. Баранина обжаренная и овощи. Час. Сейчас еще сюда добавлю острый перец. Прям. Все. Перец отправляется в кастрюлю. Все, перец в кастрюле. Прикрываю и оставляю. Прям вот засекаю время. Час будет вот это томиться. Ну, естественно, лук у меня лежит. Яйца уже варил. Пирог. Настолько всем понравился пирог заливной с луком и с яйцами, что повторяю. Только еще сегодня добавлю укропа. У меня тоже портится, поэтому он тоже идет в пирог. Так, значит, лук, укроп, яйца и сливочное масло. Растопленное, но пока я его растопила, оно уже застыло. Отвлеклась. Соль и все по вкусу. Конечно, надо попробовать, потому что иногда можно не досолить, и это невкусно. И пересолить тоже невкусно. Чуть-чуть помешать и попробовать.
постояла моя сковорода. Теперь. Вода уже остыла. Вот, смываем. Все чисто. Горчица – это сила. Так, теперь тесто. 200 грамм майонеза, 200 миллилитров. Можно не майонеза, можно кефира. Но мне кефира так и не появилось. Но осталась сметана, ее надо использовать. Так, 200 миллилитров майонеза, сметаны возьму больше. Где-то грамм 350. Два яйца. Чайная ложка соли. 2 чайные ложки сахара. Чайная ложка соды. Перемешать. Мешаю силиконовую соль в золотом тазу. Золотой таз. Купила и теперь. Тем не вскарбы, не поскреби, тем не сделай. Короче, Марокко. Но почему он хорош? Он не бликует на камере. Вот когда серебряные. Вообще камера не любит белый цвет. И когда серебряные, некрасиво получается. А вот золотой такой, прям хорошо смотрится на камере. Мне нравится так. Поэтому включила, разговариваю, а в итоге камера не включилась. Я насыпала стакан муки сюда. Но стакан был с горкой. И говорю. Кто-то из девчонок сказал, что делает тесто более жиже. Кто-то сказал, что у кого-то не пропекаются пироги. Значит, как делаю я? Тесто я жидкое не делаю. Я делаю как на густую сметану. Жидкий. Вот такое тесто делаю. Я лучше его растяну, чем оно будет более жидким. Еще, когда тесто жидкое, начинка падает вниз. А когда тесто вот такое, ну, имеет какую-то форму, начинка не опускается вниз. Остается слой теста, начинка и дальше слой теста. Еще, значит, пирог делаю тонкий. Температура 180 градусов. Яиц кладу 2, потому что чем меньше яиц, тем более нежное тесто. Когда много молочного и практически нет яиц, оно хорошее, такое нежное. С яйцами оно более плотное. Дальше. Если вдруг у меня начинка жидкая, то во всех книгах сказано, слой крахмала прямо через ситечко. Тесто выложила, насыпала как пудру крахмал. Выложила влажную начинку, такую, типа как ягоды, или мясо, или капуста, вот такая бывает с соком. Начинка сверху тоже, можно крахмал. И все, вот этот крахмаловый чехол будет запечатывать жидкость. Начинка останется сочной, но она не ульется в тесто, не намочит его. И будет прекрасно. Вот здесь можно добавить чуть-чуть муки. Чуть-чуть прям. Потому что льется. Вот и все хитрости. Еще я присыпаю всегда кунжутом. Я его покупаю в метро. Килограмм сразу. Получается очень выгодно. Не надо вот это, когда по пакетикам покупаешь, он заканчивается быстро. И его нельзя использовать, как кто-то сухарями присыпает. Мне нравится кунжутом. Вот такое тесто. Чтобы тянулось. Можно даже еще более сложное, более плотнее. Так, все, тесто мое готово. Сковороду я свою приготовила черненькая. Но когда эти сковородки вот так прижарены чуть-чуть, они имеют как будто антипригарный нагар. Так, масло, слой кунжута, масло. Вот можно даже немного кунжута. Он не даст пристать тесту, пирогу к форме. Все, выкладываю тесто. Половину.
Вот выложила, теперь растягиваю просто. Оно прекрасно растягивается. Всю начинку выложила, распределила. Теперь тесто. Так же, как дрожжевое. Растягиваю, кладу ложку и растягиваю. А потом легко будет растянуть на весь оставшийся пирог. Ложечкой потянуть. Так, сверху кунжутом тоже. Вот эту фирму я покупаю. Килограмм. Ну, такой большой мешок. Духовку 180 градусов запекаться. Запекаться, выпекаться. Пока я занималась пирогом, вот так выглядит моя баранина. Вот сейчас уже можно ее помешать, лук смешать. Вот столько сока. Это все от баранины. Поднять нижний слой, вытащить наверх. Лук не надо вниз опускать, чтобы он не пригорел. Просто нижние куски баранины вытащить. Вот так. Чтобы убрать запах баранины. Есть специально приправы мяса. Для мяса. И это продают на вот этих, где орехи. Даже если такая пахучая баранина, эта приправа убирает этот запах. Вот я положила 2 щепотки, хватит. Здесь же кладу соль. Это вот прошло минут, наверное, 40. Солю. Перец у меня есть. Все перемешиваю, чтобы соль попала в сок. Это я не добавляла ни воды, ничего. Это вот лук и баранина. Так, соль определила. Теперь еще минут 20. Пусть томится. Вот прошел час. Баранина вся покрылась. Жир, сок, все вот здесь уже полностью покрытым. Вот в этот момент я добавляю уксус столовый. Вот на мою емкость 3 столовые ложки. Если чуть-чуть меньше, у меня здесь, наверное, 2 килограмма мяса. Если чуть-чуть меньше мяса, то 2 столовые ложки. Не бойтесь, не будет мясо пахнуть уксусом. Но уксус мясо сделает нежнейшим. Уберет этот запах баранины. Это самая лучшая приправа для баранины, чтобы сделать ее мягкой. Есть еще один вариант. Бывает сухое мясо, нежирное. То тогда надо заливать газированной минеральной водой. И тушить в этой воде, и мясо тоже будет нежнейшим. Такие секреты, которые делают вот просто бесподобное мясо. Косточки уже, которые вылезают, надо выкидывать. Ну вот я налила уксус и теперь просто жду, когда мясо будет мягким. Может быть час, а может быть и пол. Оно уже, вот кости отходят, но оно еще не распадается на нежность такую. А баранина хороша, когда вот ты берешь мясо, а оно прям вот не только от кости отделяется, но и разваливается прям, можно так сказать. Все. Тушу еще час. Остренько. Кстати, если хотите, вот бывает остро, и нужно нейтрализовать эту горечь лимонного сока.
или тоже уксуса, но лучше лимонного сока, и он вот эту остроту от перцев острых, красных, зеленых, нейтрализует. Так что имейте в виду. Все, и пирог я тоже вынула. Самое честное, пока баранину готовила, я уже запахами наелась, и я уже ее не хочу. А вот пирога со сметанкой, как хочется треснуть. Он подостыл уже. Вот такой мой пирог. Тоненький, вкусненький. Сегодня хочу сметаны. Ну, пирог можно не дегустировать, он и так вкусный получается. А можно и без сметаны. Яйца с луком — это вообще шедевр. Просто. Просто и вкусно. Ну и все, баранина тоже готова. Сейчас беру прям косточки, которые даже наверху лежат. Вот так покажу, как они нежненько распадаются. В принципе, сюда можно булгур, рис, но я покажу мясо. Он простоял, мясо. Сколько? А теперь вот прям нежное раскладывается на волокна. И запаха вообще никакого. Еще в тарелочку положить, кинзочкой присыпать. Кстати, кинза и жирное мясо — это прям показано, что надо кушать с кинзой мясо. Вкусно. Ох, перчик там козырно как. Очень вкусно. Кинзу настрогала. И можно наслаждаться бараниной. Булькает приятно.